Наш герой Алексей Евченко – известный спортсмен, двукратный чемпион Европы и чемпион мира по кикбоксингу. В декабре 2015 года у него произошла травма во время тренировочного спарринга. Была раздроблена кисть правой руки. К сожалению, Алексею пришлось перенести 4 операции, связанных с данной проблемой. Кисть – сложная структура, которая содержит 27 костей. Вернуть первоначальную позицию – задача не из легких. Для этого пришлось сделать металлоостеосинтез – это поставить металлическую пластину в кисть. Травма серьезно изменила мою жизнь. Я привык к активному образу жизни, а тут я не мог сделать даже обычных вещей. О тренировках вообще не могло быть речи. Я перенес 4 операции в 2016, 2017, 2018 и 2020 годах. После первой операции мое состояние только ухудшилось. После последующих двух стало немного лучше. И в итоге перед последней операцией я попал в центр Медеус. Меня всегда интересовали немедикаментозные методы лечения. И здесь я нашел именно то, что мне нужно, и получил квалифицированную помощь, которая существенно улучшила качество моей жизни. Наши методы намного эффективнее уже потому, что работают непосредственно с причиной. Традиционная медицина использует таблетированную симптоматическую терапию, чтобы снять боль, покраснение, отек. Но это всего лишь следствие. К тому же противовоспалительные препараты угнетают собственную иммунную реакцию, что, конечно, чревато последствиями для организма. Мы же воздействуем на причину заболевания, а также снимаем воспаление теми методами, которые только способствуют иммунному ответу и его активации. Подходы к лечению в Медеус интересны и очень необычны. Хотя бы потому, что они кардинально отличаются от традиционной медицины. Врач рассказал мне о действии каждого аппарата, который используется для моего лечения. И это укрепило мою веру в позитивный исход. Доктор объяснил, что после первого сеанса возможно обострение боли. Поэтому, когда это произошло, я был к этому готов. В центре представлены современные технологии, аналогов которым нет в Украине. Поэтому те ощущения, которые вы можете испытать под влиянием различных полей, лазеров, магнитов, как здесь, вы не почувствуете больше нигде. В данном случае оперативное вмешательство было неизбежно, по той причине, что в его тканях была вшита металлическая пластина во время прошлой операции. Ее необходимо было удалить. Если бы мы с Алексеем встретились ранее, возможно, повторные операции бы не понадобились. Так бы перед нами стояла задача максимально снять боль и отечность. Теперь же нужно оптимизировать процесс всей реабилитации. Для этого мы работаем над всеми поврежденными структурами, костной тканью, суставами, мышцами, фасциями, нервными волокнами, сухожилиями, кожными покровами. Сейчас наша цель – снять воспаление, боль и наладить функцию травмированной руки. Мы используем различные методы, среди которых резонирующие частоты микротоков, биодинамическая радиотерапия, высокоинтенсивные магнитные поля, фотобиомодуляция. Первое, что я заметил, это то, как после операции стали быстро заживать швы. Я профессиональный спортсмен и знаю, что такое боль. И для меня было приятным сюрпризом практически полное ее отсутствие в послеоперационный период. Я знаю, насколько сложно заживают раны. И когда я пришел в центр Медеус для того, чтобы опробовать на себе новые методики, у меня было определенное недоверие. Но после того, как я прошел полный курс, я могу с уверенностью сказать, что данная методика действительно работает. И швы заживают быстрее, и боли меньше. Я могу смело рекомендовать эту методику своим друзьям, близким. И однозначно говорю о том, что на сегодняшний день Медеус – это хорошая современная медицинская поддержка.